Девушки, пару слов можно попросить для кино? Да, давайте. С победой вас, Поляковский Владислав Тадеевич, кинопроект «Россия с нами попадется». И так рождается сенсация в лице вашей команды. Команда, которая едва собралась, причем новая команда под старым названием, она преподносит сенсацию. Блестяще проведенный предварительный турнир, блестящий и без малейших шансов на успех против выигрыша двукратного победителя «Снова инстинкта». Девушки, как вот вы сюда попали, с чего все началось, чего, как все продолжилось и так далее? То есть, началось с нашего капитана Коршикова Анна. Я тоже Аня зовут, тезка. Вот, она собрала всю команду полностью с нуля, у нее были друзья, знакомые. Меня вообще чисто случайно занесло, потому что у нас общий знакомый в университете. Меня занесло, потому что ее занесло. А в каком университете? Да. Государственный университет по землеустройству. Ага. Вот. Который недалеко от Курской. Да. Так, прекрасно. Вот. Капитан. Получилась такая сборная солянка, которая... очень быстро период времени сдружилась, и мне кажется, по большей степени наша победа сегодня зависела от атмосферы внутри команды. То, что мы действительно команда, действительно все дружные, все друг друга понимают, слышат, видят, когда нужно побежать, когда нужно помочь. Вот. Держи ваше мнение, сочетание именно футбольной и легкоатлетической подготовки из того, что замечено мной, а также моим съемочным средством, вы на голову были сильнее по легкоатлетической подготовке. Вы рывки делать умели, вы спринт бегать умели, вы после мяча были раньше. Ну как это же борьба, борьба, вы что, футбол это всегда борьба. Это на подсознательном уровне все работает, включается, и если честно... Не у всех... А одна из тем фильмов, над которым я работаю, это о том, как у девушки включить инстинкты борьбы. Потому что инстинкты борьбы включаются далеко не все. Классический пример. Мячик катится по вратарской площадке. Если у вратаря нет инстинкта сохранения ворот, вратарь не выбьет из вратарской площадки. Это надо еще тренировать. Это то, что банальность для мальчика, то, что не банальность для девушек. Наверное, по большей части это зависит все от желания. Потому что когда есть желание, тебе больше охота бороться, побеждать, выигрывать. Плюс это же азарт, вы что? Но конечно, главное не победа, а участие, но азарт выигрыша, он все равно всегда должен присутствовать, чтобы команда к чему-то стремилась. Ну, позвольте вас пораться. Так, и зовут нас? Валерия. Так, а фамилия есть? Что? Валерия Ворошилина. Анна Чикердина. Через Си. Чикердина. Ну, это прекрасно. Надеюсь, в Фейсбуке я вас найду. Девушки, еще раз вас победу. Скорее всего, мое съемочное средство в полуфинале будет... болеть за вас. Может быть, у меня будет еще одно съемочное средство? Конечно.